Здравствуйте, уважаемые подписчики канала. Сегодняшнее видео является небольшим экспериментом. Думаю, многие из вас слышали о такой игре, как Sonic & Knuckles. Нет, не Sonic 3 и Knuckles, а именно Sonic & Knuckles. Это та игра, что распространялась еще на картридже с технологией Wacom. Если что, вот он. Так вот, в ней играбельными персонажами являются Sonic & Knuckles. Это подтверждает также и название самой игры, Sonic & Knuckles. Однако, в этой игре нету еще одного персонажа, и это Тейлза. То есть, это говорит о том, что здесь он не играбелен. А эксперимент заключается в том, смогу ли я поиграть за Тейлза в Sonic & Knuckles. Давайте начнем проводить эксперимент. Сразу говорю, эксперимент я проводил на эмуляторе Kega Fusion. И здесь не только будет один мой эксперимент, также будут эксперименты и ретро-комнаты. Для данного эксперимента нужно использовать два рома, Sonic 3 & Knuckles и Sonic & Knuckles. Запускаем игру. Начинаем игру с первой зоны Angel Island за Тейлза. Доходим до определенного момента с качающейся фигней вот этой вот. Прыгаем на нее. На ней же держимся и вводим следующие комбинации. 3 раза влево, 3 раза вправо, 3 раза вверх, кнопка старт и A. Игра перезапускается, у нас открывается саунд-тест, входим в него, и вот, пожалуйста, вам Level Select. Выбираем зоны из Sonic & Knuckles, например, там, скажем, Flying Battery, и сохраняемся. Закрываем эмулятор с запущенной игрой и находим свою сохраненку. Формат сохраненки JS0, JS1 или JS2. Опять же, это зависит от того, какой свод вы выбрали и на каком вы сохранились в слоте. Kega Fusion всего использует 10 слотов. Начинается с одного слота и заканчивается нулевым. Я обычно выбираю нулевой, и на нем я обычно сохраняюсь. Вот здесь важный момент. Как видите, у меня есть ром Sonic & Knuckles, и называется он точно так же, Sonic & Knuckles. И я меняю название сохранения Sonic 3 & Knuckles на Sonic & Knuckles, то есть название рома. Если у вас там другое название рома, вы будете его точно так же по-другому. Или вот, например, ром называется 123, вы точно так же называете свою сохраненку на 123. Это было сделано для того, чтобы эмулятор сам думал, что это сохраненка из Sonic & Knuckles, а не Sonic 3 & Knuckles. Загружаем сохраненку, и вот он сам Тейлз, однако он появляется только на одну секунду и все, сразу исчезает. То есть, спрайт мы увидеть можем, но только на одну секунду. Но несмотря на это, играть за Тейлза можно. Здесь он даже может летать. Вот так. Канал Ретрокомната также проводил свой эксперимент, однако он оказался немного неудачным. Спросите почему, а когда он сейчас будет рассказывать, вы все поймете. Так что я передаю слово Ретрокомнате. Сейчас я расскажу о втором способе, как играть в Sonic & Knuckles The Tails. Во-первых, для этого вам нужен Level Select и Debug Mod. Подробно я рассказывать, как их активировать, не буду, ибо это очень долго. Для этого способа вам понадобится еще только один ром. Если в прошлом способе использовалось два рома игры, то в этом способе один. И это ром Sonic & Knuckles. Потом расскажу, почему. Итак, когда вы активировали Level Select и Debug Mod, вам нужно запустить в Level Select уровень Angel Island с комбинацией на джойстике A плюс Start. Не просто со Start, а и Start, когда вы запустите уровень с Debug модом. Дальше, когда вы запустили уровень, вам нужно заспавнить несколько мониторов с суперформой с помощью Debug мода. А поверьте, этих мониторов нужно очень много. Дальше вам эти мониторы нужно разбить. И когда игра забаганется, она перезапустится. Но она перезапустится не в Sonic 3 & Knuckles, а просто
просто Sonic & Knuckles. И когда вы запускаете уровень, вы можете спокойно играть за Тейлза. Но этот способ срабатывает не всегда. Учтите это. А теперь расскажу, почему так происходит. Почему игра перезапустилась в Sonic & Knuckles, а не в Sonic 3 & Knuckles. Все дело в том, в игре содержится скрытый ROM игры Sonic & Knuckles. И сама игра основана, именно сама игра Sonic 3 & Knuckles основана на игре, как это странно не звучало, Sonic & Knuckles. Да, она основана не просто на Sonic 3, а на Sonic & Knuckles. Поэтому такие вот дела. И да, в Sonic 3 & Knuckles нету скрытого ROM-а Sonic 3. Там есть только Sonic & Knuckles. На этом, пожалуй, я заканчиваю данное видео. Если вам понравилось, то можете поставить лайк, а если не понравилось, можете ставить дизлайк. Мне без разницы. Подписываться на канал или нет, решать уже вам. Опять же, я насильно не заставляю вас это делать. Всем удачи, всем пока.